вам известно, что Украина – страна номер один по количеству сертифицированных IT-специалистов на 1000 жителей, опережая Китай, Индию и Россию? Сегодняшние студенты обучаются навыкам для профессий, которых еще не существует. 50% учебной программы первого курса для технических специальностей устаревает к третьему курсу. Технологии, которые будут существовать в 2050 году, сейчас считаются фантастикой. Технологии меняют мир. 30 лет назад такой отрасли, как электронная коммерция, не существовало. Сегодняшний объем рынка электронной коммерции составляет 1 триллион долларов в год. По прогнозам Microsoft, с конца 2009 по конец 2013 в IT-индустрии будет создано 5 миллионов 800 тысяч рабочих мест. На онлайн-курсе Computing Science Stanford обучается 100 тысяч человек, на стационаре — 400 человек. Для обучения такой массы людей по классической системе Стэнфорду понадобилось бы 10 лет, при этом задействовав всех 1900 преподавателей. Ведущий сайт онлайн-образования Coursera объединяет 62 университета. Одновременно учатся 3,8 миллиона студентов из 195 стран. А вы знаете, что капитализация 28 ведущих IT-компаний мира составляет 2,9 триллиона долларов, что выше ВВП Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов вместе взятых? Сегодня на Земле насчитывается около 6,5 тысяч языков. Языков программирования уже порядка 2,5 тысяч. В 2004 году облачный сервис еще не существовал. В 2013 году объем рынка составляет 131 миллиард долларов. Средний ежегодный рост рынка облачных сервисов с 2008 года составляет 60%. Экономика IT-сектора растет на 10% в год, что быстрее мировой экономики. В 2020 году к интернету будет подключено 1 триллион устройств. В 2000 году их было 200 миллионов. В 1992 году подключен 1 миллион устройств. За время просмотра этого ролика создатель Microsoft заработал 40 тысяч долларов. Родилось 570 человек. Было отправлено 515 миллионов 625 тысяч имейлов. Продано оперативной памяти на 175 228 долларов. Объем продаж рынка электронной коммерции составил 5 миллионов 707 тысяч долларов. Bionic Hill.